Своей девушке подарок. Но если ее парень танцор, то лучшим подарком будет танец. Любвеобильной номинацией стала хореография. Живой, говорящий на всех языках мира, пропитанный потом репетиции и мозолями от неудобной обуви, танец всегда был, есть и будет доминантой фестиваля. С приходом весны Казань поразила стрела Амура. Разные стили танца по-своему демонстрируют это волшебное чувство. Страсть и прямолинейность Кавказа, романтика и трепет спортивно-бальной композиции, свобода и стиль стрит-джаза. Одним словом... Тачки, девочки, деньги... Подобные фразы хорошо знакомы самому маленькому участнику Всероссийской студенческой весны. Артем Синицын, солист брейк-команды Краснодарского края «Freestyle Masters». Любовь к танцам у Артема в крови. В 5 лет его дядя, Женя, также танцор этой команды, привел племянника на тренировку. Просто оставить дома было не с кем. Так и понеслось. Гонорары от концертов, гастроли. Пермь, Волгоград, Абхазия, вот. В душе Тёма романтик. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точит серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. Стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. Озаря лениво, обходя кругом, обсыпают ветки новым серебром. На любовь у него времени пока еще нет. Казань прилетит быстро. Оксана Полякова, Родион Покатило, Волгоградская область.